Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. В какое зеркало опасно смотреть? Чистка зеркала от негатива. В сегодняшнем видео вы многое узнаете. Зеркало – самый загадочный и пугающий мистический предмет домашнего обихода. Служит человеку много сотен лет, а в отношении к нему неоднозначно даже у современных образованных людей. Первой причиной этой настороженности еще с древних времен – свойство отражать действительность. Считается, что это дьявольский подарок человечеству. Он дает возможность смотрящему говорить самим собой, вместо обращения с молитвой. История развития цивилизации землян хранит много фактов изменений представления людей о явлениях, которые когда-то считались сверхъестественными – молнии, землетрясения, цунами. После того, как их появление обосновали научно, страх, конечно, остался, но без мистического настроения. С зеркалом сложнее. Вроде бы и понятие есть, как оно работает, а все равно загадок осталось много. Да еще живут и здравствуют гадания, заговоры, спиритизм, снимаются фильмы, пишутся страшные книги. И чуть ли не во всех сферах против этого предмета. Видов такой энергии великое множество, и носит она как положительные, так и негативные заряды. Эмоции, душевное состояние человека, намерения его и помыслы. В этом многие признают правоту суждений исследователей. Вывод на поверхность: зеркала обладают энергетической силой, которая способна влиять и изменять человеческую жизнь. Масштабы этого влияния неизмеримы. Вряд ли найдется хоть одно жилище на планете, где нет зеркала, пусть даже размером с детскую ладошку. Да и сами люди постоянно используют этот предмет для предсказания судьбы, поиска избранников и даже для контакта с миром загробным. Определить степень загрязнения. Первое. Она будет минимальной, если вы купили новый предмет домашнего быта. Достаточно просто притереть его чуть подсоленной водой. Сложнее, если зеркальная вещь досталась вам по наследству или от бывших хозяев. Тогда можно использовать один из двух основных способов очищения. Очень опасно, если зеркало использовалось в магических ритуалах. В данном случае оно становится непредсказуемым. И есть опасность, что откроется коридор в далекий от реальности мир, который позволит темным сущностям выходить. Лучший вариант — от предмета избавиться. Если невозможно, то применить надо для очистки все известные способы. Очищение. Вы уже поняли, что необыкновенному предмету нашего быта, скрывавшему неизвестные нам тайны, требуется особый уход. Накопление черной силы, готовое в любой момент, может поразить вас, является проблемой серьезной. В избежание этого необходимо правильно проводить энергетическую чистку. Способов очистки много. Давайте с вами подробно остановимся на двух. Первое. Лучшее и самое доступное средство – это соль. Насыпьте ее в миску, установите в центре посуды свечу и зажгите. Прочитайте слова: «Негатив, убираю солью, очищаю зеркало свое. Отдай все, что накопилось, и озари меня светом». Говорим один раз. Отойдите от зеркала подальше, пока горит свеча, чтобы вас не задел энергетический выброс нечистот. Затем остатки воска и соль поместите в мешочек и немедленно вынести за пределы квартиры или дома. Руками к содержимому мешка не прикасаться. Зеркало промыть чистой водой и насухо протереть. Этот обряд можно проводить 2 раза в год. Второе средство можно использовать чаще, особенно если есть маленькие зеркала. Их необходимо периодически оставлять на освещенных солнцем местах. Затем вымыть водой, в которой растворить щепотку соли. Произнести слова: «Свет солнца разогнал темноту, а соль с водой смыла все зло». Можно смотреться в зеркало и радоваться жизни. Сложнее очистить старинные зеркальные изделия. У них богатая история, и вы не всегда знаете, что она прячет от вас. Если есть возможность, то для мытья принести проточной воды, которую перед использованием заговорить. «Всегда ты чистый, отмоешь все. Приглашу тебя в гости, чтобы ты очистил то, что отражает. Защити свои сильные энергии, не пожалей себя». Проговорить нужно один раз. Когда будете нести воду домой, ни с кем не разговаривайте. Если у вас нет возможности взять такую воду, можно взять талую. Можно для полной гарантии привести еще один несложный ритуал. Установить 2 свечи по разным сторонам, зажечь их. В центре поставить миску с солью, на нее положить красную нить. Глядя в зеркало, произнесите текст: «Сжигаю зло и выгоняю в трубу. На 3 замка стекло чистое запираю, замки никто не откроет, в пламени сгорит все зло». Проговорить 3 раза.
завязать на нитке 3 узла и поместить ее к обратной стороне зеркала. Остатки воска и соль вынести из дома. Хорошо, если рядом с большими зеркалами будут стоять фикусы или кактусы. Если ваш дом часто посещают чужие люди, то чистку зеркала желательно проводить, исходя из ваших ощущений. Можно по упрощенному варианту повернуть к солнцу или протереть соленой водой. В этом случае зеркало в коридоре необходимо, оно собирает негатив при входе, не пропуская его в дом. Еще один способ почистить огнем. Лучше всего это сделать вечером, когда никто из домашних уже не будет ходить мимо и смотреться в зеркало. Зажечь свечку и водить ее по периметру, читая любую молитву. Делать это надо в период убывающей луны и церковными свечами. Огарки сразу убирать из дома. Узнать, когда чистить. Наблюдайте периодически за зеркалами и анализируйте свои ощущения. Только не надо возводить эту степень фобии или мании, чтобы не пришлось обращаться за консультацией к психиатру. Все гораздо проще. Предмет стал вас раздражать, вам не нравится, как вы выглядите, появляются мысли о приобретении нового. Начались мелкие поломки рамки, затемнение на поверхности. Посторонние люди стали часто хвалить ваш зеркальный аксессуар, завидовать, что у вас такая красота в доме находится. Начались ссоры с семьей из-за него, не там стоит, плохое освещение. Есть причина, когда распрощаться с зеркалом все-таки придется. Треснуло стекло, напоминает о бывших владельцах. Если оно было свидетелем негативных событий или преступлений против жизни. Зеркала имеют фотографическую память. Они могут со временем воссоздать вновь драматические события, но уже с вашим участием. От принадлежащего умершему родственнику зеркала нужно избавиться через 40 дней. «Страна зазеркалья» не совсем сказка и фантазии маленькой героини по имени Алиса. Доля правды здесь есть. Неизученные явления, собирающие немыслимые потоки энергии, для которых стать питающим элементом можете вы. Особенно опасны те зеркала, что установлены в витринах торговых центров или применяются в уличных элементах декора. Постарайтесь не задерживаться рядом с ними, а дома научите себя подходить к зеркалу только с хорошим настроением, с улыбкой на лице и с любовью к своему отражению. Поверьте, оно примет ваш позитивный сигнал и постарается вернуть его многократно приумноженным. Добрые знаки приятны всем, даже зеркальному стеклу.